Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Shadow Fight 2, история сенсея. Так, ну что же, мы помнишь, да? В прошлой серии с тобой победили вдову. Перешли на территорию Сёгуна. Да, именно сюда. И теперь мы будем до него брести очень-очень долго и нудно. Но зато потом перейдем на новую локацию, так что... Овчинка стоит выделки, поверь мне. Ну что, сложно, говорят, здесь, да? Поехали. Я не хочу, ребята, сейчас пока ничего покупать. Дойдем до своего предела, а дальше будет видно. Мне вполне устраивают наши саи. Так, ну тут катары тоже, знаешь ли, не игрушки. Блин, опять у меня, ребята... Тихо, родной мой, ты что ж делаешь-то, а? Ты что ж делаешь-то, роднулька? На-ка, укольчик в попу. А? Как тебе нравится? Тихо. Да что ж ты делаешь-то? Ну, ну теневуха, ну. Понятно, получил люлей. Так, ребят, добиваем его. Шикарно. Варюга получил свое, ему было мало. Слушай, что это такое, действительно? Мы с тобой в какой-то ледяной пещере деремся, да? Ты видишь, что там замороженные люди. Бедняги, бедолаги. Куда? Слушай, мне нравится, в принципе, что он начинает эту фигню свою доставать. Она очень... Ой-ой-ой, ой! Вот это я всхлопотал сейчас плюшечку. Ты посмотри. Ты просто полюбуйся. Неужели достанет, нет? Тихо. Мне бы его как-то подловить бы. Видишь, что он делает? Да что такое-то, что за... Жесть-то. Ну? Какого лешего? Только я хотел, друзья мои, бросочек ему сделать. Но ты видишь, он меня опередил. Короче... Уровень сложно, да, дает о себе знать, но ты сам видел, я попал под комбинацию ударов от него. И практически все хп, что у меня было, он просто у него стырил. Поехали. Так что особо... Опа! Жучара, а? Ха! Думал, я его не достану. Да как же. Держи карман шире. Достал, наказал. Так, уже 316 тысяч, безумка, поехали. 94 тысячи монет разыгрывается, ё-моё, фурия. Со своими пукалками, ладно. Тут главное не попасть под ее удар, когда она соединяет эти сабли, или как они там называются, и начинает ими бомбить. Ну-ка, поехали. Так, тихонько, отлично. Колем, 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 колем. Тихо, вот так вот не надо делать. Все, теперь моя очередь. Да иди ты. Подловил же, да? Подловил, чуть-чуть. Да что ж такое-то, а? Вот, 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 вот про это я тебе говорил, удар. Вот главное под него не попасть, и все будет оки-доки. Слушай, ну, в принципе, друзья мои, по-моему... Да, я ее опережаю. То есть она их соединила, уже начала размахивать. Но ты видишь, я ее все-таки пронзил. И потом еще и в голову, как говорится, добил. Но опять же тебе скажу, что это был раунд один. На второй раунд они обычно активируются, как ни странно. А-ха-ха-ха. Получила свое, сарделечка. Как-то там фурия, да? Фурия звать. Все, ребят. Смертельный удар в кадык, и она упала. Так, ну что же. 97, почти 98 тысяч мы с тобой срубили. До сих пор идет безумка. Идем. Пока мы с тобой, ребята, тянем, да? Покупать ничего не будем. Все в норме. Все под контролем. Ой, какая у тебя шапка-то хорошая. Овчинная, видать. Да? Белочка. Или ты из белочек сшила себе эту шапку? Тихо, ребят, не надо. Тут лучше не шутить, не дурковать на самом деле. Смотри, что творит, а? Опа, поехали. Козырно. Теперь подножку сказали делать. Подписчики мне говорят, когда враг рядом с тобой валяется, делай подножку. Вот я сейчас и сделал. Правда, там была не подножка, а чисто как добивалка. Но сути не меняет. Ага. Вот зря, зря я так делаю. Это очень, ребята, может плохо. Опа, кто? Я все-таки быстрее, да? Поехали. Не надо вот так вот баловаться. Не надо. Поехали. Ну, куда ты сюда прискочила? Что ты делаешь-то, а? Белочка. Совсем тебя накрывает. Так, тихонько, поехали. Сейчас попробую пронзить.
Это было глупо с моей стороны. Все, да, возможно, кому-то не понравится. Опять будут говорить: Рэй, одним и тем же ударом пользуешься. Ребят, тут стоит пропустить один удар, и ты все, ты будешь валяться. Какая речь может быть о какой-то там справедливости или о каком-то честном бое? Нет. Как они, так и я, друзья мои. Ни больше, ни меньше. Так, поражение при выходе за ринг. Победа по времени. Так, погоди-ка, что-то знакомое и в то же время непонятное. 60 секунд я должен прожить, да? Не закатиться в ринг. 60 секунд, это минута. Слушай, это долго. Это долго. Да мне еще и дали какие-то... Я терпеть не могу это оружие, ребят. Так, ладно, будем, короче, с тобой. Хорош. Нам нужно продержаться. Давай, бросай свои. Не хочешь? Понял, теперь моя очередь. Зачем так делать? Вот, катись туда. Окей. Да не подходи ты ко мне. Причем самое наглое, ребята, в том, что у меня-то здоровье тратится, а у него-то нет. Один раунд, да, нужно подержаться? Тут главное не упасть. Если я упаду, я туда закачусь. И ты знаешь, что из этого получится очень-очень плохо. Да уйди ты! Так, отходим, 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 друзья мои. Надо держаться где-то посерединочке. Смотри, что делает, а? Щеглодушный. Так, время, время, ребята, две секундочки. Я выиграл. Хе-хей, нуб. Такой еще посмотрел на меня, видел в конце такой печальным взглядом, типа, как так? А вот так вот. Уметь надо. Так, ну что, у нас здесь безумное. Достигни стиля брутал. И удары только ногами. Ну, это действительно будет жесть. Ну что, друзья мои, пол лямчика мы с вами накопили. Так, погоди-ка секунду, а сколько нам до... О, до уровня, как до Китая. То есть... То есть нам придется с тобой затачиваться, верно? Ну, например, на эту броню не жалко спустить столько финансов. А будет ли какой-то выхлоп от этого? Я даже не знаю. Твою ж налево. А выбора нету. Ну не брать же вот эту вот трихомудию, да, катану. Конечно, не стоит. Поэтому давай сделаем с тобой по-бодрому. Заточим. Заточим. И все. И облизнемся. Так, теперь-то сложно, а здесь сложно. Но уже суммы-то более-менее приемлемые. По 115 тысяч. Ох ты, вот эти вот штуки мне нравятся. Мы с ними уже дрались, да? Такие мы с тобой покупали. Довольно неплохо, особенно в ближнем бою. Ой, как они заходят, просто на ура. Посмотрим, как кочевник будет с ними справляться. Опа. Опа, вот я тебе об этом говорил, что в ближнем бою. Да хорош ты уже, а. Смотри, что, а. Поехали. Так, опа, получил. Поехали дальше. Он что-то там хочет сделать. Он сделать хочет, ребят, но я ему, видишь, не даю. Так, поймал. Добил. Чисто ногой, ребята. А вы говорите, ногами я не пользуюсь. Пользуюсь, когда я уверен, что нужно это сделать. Ах ты, ах ты, ах ты, ах ты. Что он там делает? Понял. Все, серию свою сделал. Как? Харе, братюня. Так, мне бы, конечно, бросочек бы. Во. Да мне бы не помешал бы еще один, если честно. Ха-ха-ха. Попробую. Глупость, да? Глупость я сделал. Блин, я вот сам стою возле него. Сам же захожу в его, так сказать, смертельную зону. Потому что ближний бой — это его конек. Мне лучше вот так вот прыгать. Вот таким вот образом. Держать его на расстоянии. Воу-воу-воу-воу. Так, он погиб. Ну ты понял, надеюсь, почему, да? Часть урона перешла к нему, потому что у меня такой стоит перк. Вот, и он как бы себя сам убил. Он мне нанес повреждения, причем не слабые, своей вот этой вот магией.
Ну и в то же время он получил. Не кисло. Так, ага, дикарь. Ну, с дикарем мы с тобой дрались. Он такой медлительный чувак с дубиной. Единственное, чтобы не попасть под удар этой дубины, остальное все, в принципе, отлично будет. Так. Это для начала ему. Так, подсрачничка дали. Поехали. Отлично. Так, бросить можем? Можем. Поехали. Оп, опа. Красота. Не надо, дядя, своей дубиной тут махать. Просто не расслабляемся. Не даем, ребята, ему. Вот это было глупо. Хотя нет. Хотя нет. Все, добиваем. Агрессив. То есть я стал агрессивным. Так правильно. Вот почему я, ребят, ну я уже 1000 раз уже говорил, почему я ненавижу тяжи. Молоты. Всякие там дадао. Именно вот из-за того, что если драться ими, то только издалека. Вблизи они, ну, вообще никакого эффекта не наносят. Поехали. Нормуль. Тихо. В карман там уже лезет. Опа. Вот. Ой. Твою ж налево, я думал, он там что-то хочет бомбануть. А он, оказывается, применил этот, как его, метеорит. Я думал, что хочет размахнуться и ударить. Специально, ребята, стоял в блоке, думал, сейчас промахнется, ага. А он вон что затеял, да, парень? Ну что же, он меня только просто взбесил, если честно. И сейчас я ему, ну, естественно, буду наказывать, ребята. Жестоко наказывать. Если он думает, что он воспользуется своей кувалдой, то это вряд ли. Просто не дам ему здесь спокойно жить. Просто его буду контрить, контрить и контрить. Вот и все. Он меня просто разозлил своим вот этим подлым ударом, который я, честно говоря, не ожидал. Я думал, что он там замахивается, а он, видишь, готовился выпустить. И выпустил. Атаман, ты тоже сейчас получишь, потому что ты попал под горячую руку маэстро боли. Так, поехали. Сабли, да, сабли, конечно, у него крутые, тут ничего не поспоришь. Опять же, не стоит попадаться под его смертельную комбинацию вертушки. Все это уже знают. Вот, он хотел ее только что сделать. Колем, 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 ребята. Колоть, колоть, еще раз колоть. Опа. Ну ты видишь, что он тут вытворяет. Перебивает меня еще, а. Так, тихо, 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 не надо, парень. У него не вертушка, у него, оказывается, нифига. У него не вертушка, ребята, у него есть прыжок. Я немножко попутал другое оружие. Вот этот вот прыжок у него. Куда ты побежал? Куда там покатился? Мы его прям, видел, он катился, и я его просто саи заколол сверху вниз. Замечательно. Так, ладно, второй раунд у нас. Неплохо для начала. Начинает выпендриваться, ну-ка. Ну, ты видишь, что... Оу! Промахнулся. Но я, конечно, не попал. Зато сейчас было все четко. Тихо, 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 Рэй. Да как так-то? Фига он сколько здоровья отнял. Совсем припух. Ой, вставай уже. Что-то мне подсказывает, что мы сейчас фейлимся. Что-то он хочет сделать. Так, секунду, а можно вопрос, откуда у меня столько здоровья там было? Я сам тут виноват. Вот в этом бою я сам виноват, ребята. Начал выпендриваться и... Как вы там говорили, делай покрасивее бой, вот тебе и красивее бой. Просто сфейлился. Больше такого я повторять не буду, ребята. Так. Что за дела-то, я не понял. Атаман. Ты меня огорчаешь, братюня. Как так? Смотри, что творит. Вот это жук. Все, справились. Хм, жучара, однако. Так, у нас с тобой сколько там уже? 300 тысяч, да? Оу, почти 500. Ну что же, тут вариант только один. Дальше продолжать затачиваться. Заточим наши саи. Блин, не хватает.
Слушай, я гемы, наверное, не буду тратить пока. Кстати, у нас... А что, топорики это последнее, что я могу взять? Ну, давай купим. Так, у нас с тобой... Ну, да. Там шифпотреб, на самом деле, эти топорики. Поэтому... Точнее, не топорики, а что у нас было? У нас были кунаи. У нас с тобой были кунаи. Так, подожди-ка, невозможно. Угу. Пойдем-ка на сложноту сходим. Так, повышена защита, достигни стиля брутал. Оу, да еще и дикаря дали, отлично. На нем я, по-моему, получал агрессив, да? Я ведь не путаю ничего. Да ладно, блин, еще голыми руками, ну серьезно, что ли, блин? Да вы издеваетесь, блин. Вы издеваетесь, а? Еще и ногами только. Каким, блин, хренусом я должен тут брутал заработать? Каким, блин, объясни мне чудом. Ой-ой-ой-ой-ой. Да, конечно. Тут, друзья мои, у меня просто нет слов. Достигни стиля брутал. Ногами. Обалдеть. Хорошо же крутиться-то здесь, засранец. Ой. По-моему, это, ну, нереально, ребят. Так, хард. А нам надо что, брутал? Все? Получил? Так, успокойся. Блин, 25 секунд, ребят, остаются. Не то. Поехали. Так. Куда ж ты делаешь-то? Ну, чуть-чуть, блин, осталось-то. Есть, запинал его. Жестко, конечно, ногами всегда вооружен. Типа, да, не ножом, так пяточкой подобьем. Типа того они хотели сказать, да, всегда вооружен. Так, уровень сложности нормуль. 5 ударов по криту. Если вы мне оставите мои саи, криты вам будут обеспечены. Причем костолом. Дайте саи, саи мне, вот. Ну что же, криты так криты. Поехали. Ой. А, тут здоровья нету, понял? Подожди, криты куда? В голову нужны или... Или просто криты? Вот этого я не понял. Так, секунду, секунду. Критическими ударами. Поехали. Чё, вот, первый крит. Давай дальше. Да блин, что такое? Саи должны критовать у меня, как, я не знаю, как. Люто просто. Что-то не получается. Второй крит. Так, поехали. Понятно. Вообще-то саи сами по себе должны критовать вообще по-жесткому. Третий крит. Так, ну-ка, может быть, ногами лучше критовать тогда уж получается. 34 секунды, ребят. Ну успокойся ты, а! Что-то не выходит, ни шиша. Твою налево. Семнадцать секунд, ребят, ну не то. Поехали. Четвертый крит. Ну, пятый, да? Дадите пятый? Есть. Все, друзья мои. Пятый крит я ему дал. В конце саями два раза сделал два крита. Почему я весь бой не мог ничего получить, я не знаю, друзья мои. Так, давай помедленнее, да? Получил достижение. Тут-то что у нас? Враг уязвим только для магии. Магия медленно заряжается. Вот вы меня утешили, блин.
цыганка, да, с молотками. Дали бы какие-нибудь условия-то помягче. Чего вы издеваетесь-то надо мной, а? Ну-ка. Подожди, а почему враг уязвим только как магия, если я... Ну, только что нанес урон. А, скорее всего, это... Я понял, это от перка, да? Сработало. А где магия заряжается медленно? Я не вижу... Так серьезно медленно? Так я так буду... Извини меня. Так. Прикол знаешь в чем? Что мне нужно получать урон, оказывается. Смотри, вот я ее бомблю и по барабану. Урон получаю, и все вроде бы четко. Ха. То есть, грубо говоря, отыграться на своем же уроне, но это глупо. Так, бросок. А больше здесь ничего не помогает. Ну давай, бомби. Бомби. Ой, так-то не надо. Зачем ты так-то сделал, а? Хорошо, ой. Слушай, друзья мои, по-моему... По-моему, фейл. Я не могу ничего сделать. Магия главное, заряжается магия медленно. Она не то, что заряжается. Она копится только за счет того, что я получаю урон. Понимаешь? И все. Других способов здесь накопить магию, ну, нереально. Как быть? Если бы, конечно, она не бомбанула в меня своей бы магией, возможно, я бы ее... Так, секунду, может быть, здесь у нас получится? Так. Ну-ка попробуем. Так. От топориков тоже, да? Никакой, никакой этой нету. Понял, короче. Хорош! Как она успела эту магию свою выпустить? Я не понял. Думал, там сюриками набросается, ага. Тут что-то, ребят, не то. Тут не должно быть такого. Накопил! Попробуем реализовать теперь. Есть. Да, но это 1-1, а как дальше-то? Ха. Как дальше, вот скажи-ка мне на милость. Ну, буду стоять. Так, смотри, она меня бьет, да? Вот. Не, ну так-то не надо делать. Бомби. Я ничего не буду делать. Блин, хватит. Давай еще разок. Ага. Так, все, по-моему, хватит. Побаловали и хорош. Так, уходим. Заряжаем, ребята, и запускаем. Нет! Ну как так-то? Ну что, все, ребят, тут фейлиться надо. Переигрывать этот раунд. Офигеть. Короче, ты должен получать звездюлей для того, чтобы у тебя была возможность накопить энергию. После этого ты еще должен попробовать попасть своей магией, да? Если попадаешь, конечно, погибает противник на раз. Но вот именно то, что у нас огненная волна, это, конечно, меня вообще не радует. Ну давай, бомби уже. Нет, давай не так. Давай физически. Мне нужна физическая. О! А лучше всего броски. Так. Я жду, давай делай. Еще. Так, последний бросок я тебе позволю мне сделать. И расходимся. Так, ладно. Все. Теперь пошла прочь. Нормуль. Вот, вот только так, друзья мои. Другого варианта нету. Если бы магия накапливалась бы действительно по-медленному, как они сказали мне, уже давным-давно бы я ее ушатал. Давай бросок делай. Три броска я ей. Но я прям вплотную к тебе подошел. Раз. Так, давай еще. Куда уходишь? Делай бросок. Блин, да не надо кунаями своими. Ну. Так, бросок будешь делать или нет? Ты достала меня своими кунаями, блин.
Трындец. Слушай, она вообще оборзела. Это вот сейчас специально, что ли? Я не могу понять. Тварь, а. Чисто, просто в холостую сфейлил бой, ребята. Так, подожди, может быть, не сфейлил еще? У меня здоровье немножко отхилилось. Так. Все, пора уходить. Заряжаем, ребят. Есть контакт. Значит, не сфейлил я бой. Все отлично. Получилось как в аптеке. То, что нужно. Так, что у нас там дальше? Сложно. Так, уменьшенный размер локации, победа по времени. Так, в этом бою локация гораздо меньше, чем обычно. Противник неуязвим. Продержите 45 секунд, чтобы победить. 45 секунд, блин, с когтем. Кстати, ребят, я понял за ваши подсказки. Вот эти вот серпы нужно качать. Только будут ли они? Или ты хочешь, чтобы я вернулся назад и начал их качать? Так, противник неуязвим, я тоже буду пока тут бегать. Бегать, отбиваться как могу. Все равно мне нужно прождать время. Так, тихо. Уходим. Угу, поехали. Так, если я вот так вот сделаю. Тихо, тихо, мне еще 17-15 секунд держаться надо. Коготь, ты не оборзел ли, а? Так, пронзил. Поехали. Смотри, что творит, а? Чудило-то с нижнего Тагила. Хорош. Есть. Я выиграл. Время и стекло. Фух. Ну что же, 126 тысяч в карман нам капнуло. Так, дальше какие условия? Безумно. Чё? Вы издеваетесь, что ли? В темноте и плюс еще при выходе за ринг. Вы молодцы, вы... Вы просто гений по этим, по задачкам по своим. Улучшаем. Так, фулл прокачка, шлем. Не фулл. Хм. Так, испытание. Поехали. Так, в этом бою на ринге периодически наступает темнота. Вы проиграете, если зайдете за красную зону. Да еще и дали кого, с катарами, блин. Да, это, конечно, жестко. Это очень, ребята, жестко, поверьте. Так, тихо, 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 уходим от зоны. Поехали. Уходим. Куда у меня... А, это я сам себя. Так, тихо. Есть. Ух. В темноте, блин, офигеть. Там еще, понимаешь, нельзя делать супер удар, потому что иначе ты можешь просто улететь вон в ту зону. И также не забывай, что он может применять сюрикены. Так, подножку, может быть. Е. Слушай, справились мы с тобой. Как ни странно, я думал, что сейчас будем летать. Как эти веники. Достигни стиля агрессив. И это еще. И это еще с помененным управлением. Ты прикинь? Вот они, любители, поиздеваться надо мной, а? Нет, я, конечно, понимаю, что многие ребята из вас проходили Shadow Fight и натерпелись. Слушай, а зачем мне стиль агрессив? Пси. Я и так ее, по-моему, бомбашу неплохо. Смотри. Вставай давай, лежит-то мне. Балдежа гоняет. Ой, пардончи, я так не хотел. Ах, как см... А чё так мало-то? Ну-ка. Цып-цып-цып-цып, не надо. Ты же налево, а? Вот губошлепка, чё творит, а? Фурия, вали, говорю тебе, отсюда. Ну-ка. Раз. И в табло. Раз. Так, пробивной, пробивной. Есть контакт. Вот и прыгаешь как сайгак, лишь бы не помереть. Да, снова в деле. Конечно, снова в деле. Слушай, ну на шлем мне уже хватит. Шлем я тоже заточу. К
Кстати, дай-ка я заберу свои награды-то, ё-моё. Я дарить их не собираюсь. Фух. Так, секунду. Заточка полностью. Я вот не могу понять, а чем перегрев хороший, а, друзья мои? То, что увеличивает урон, в этом плане он хорош. Вы мне говорите, если возьмешь серпы с перегревом, типа будет имба, а ты не забывай, что здесь я не могу делать зачарование оружия. Да-да. Безумно. Поехали. Стрела. Стрела-стрелушка, да? Окей. Слушай, ну я думаю, с Аями должен с ней справиться. Поехали. Да не то, что думаю, я исправлюсь. Да я хотел на самом деле не это делать. Вот так я хотел, да-да-да, вот так я хотел. Не выпускаем ее. Ах, вырвалась. Так, так. Заклинаха. Да, заклинание, вон, видишь, перегрев. Перегрев срабатывает. Упс. Ты извини. Ага, тихо, блин. Так, стиль агрессив. Поехали. Заколол. Слушай, агрессив мы с тобой очень быстро набираем. Особенно почему-то, если бомбим ногами. Опа, опа. Поехали мы теперь веселиться. Повеселились, блин. Тоже мне весельчак, Роджер. Да хорош ты. Смотри, что творит, а. Смотри, что вытворяет, а. Стрелушка, ты стрела, дугушка. Мы подвешиваем колбасу, чтобы образовалась дугушка, блин. Твою налево, дошутился, блин. Колбаса, ну я ее сейчас, ребят, подвешу. Распну. Поехали. Не-не, дорогуша, не в этот раз. Хорош, красавица моя. Хорош, я тебе сказал. Сгинь, нечистая. А? Легкий ожог. Вот нафига, нафига ты так делаешь? О-о-о. Ребят, ну это... это непредвиденные обстоятельства. У меня очень вшивенько прокачана заклинуха. Понимаешь? Вшивенько. Ты видел, какой урон? Над таким уроном только смеяться. Бомжам на лавочке. Как я бью. Саи, да, не спорю. Саи бомбят вообще шик и блеск. Ну, именно по заклинанию, ну, это трындец. Ой. Так, сейчас будет куролесить, да? Нет? Будет. Ну, а как же не куролесить-то ей, ё-моё. Тыкай себе копьишком, блин, налево и направо. Я сам знаю, тыкал копьишком. Куда ни попадя. Ать! Ну? На тебе, засранка! Есть. Первый раунд за мной. Фух. Передохнем. Блин, еще и Сёгун впереди. Еще и Сёгун впереди. Вот, ну зачем? Вот сколько раз говорил, что не надо делать вблизи. И все равно, ребята, рука, вот пальчик чешется нажать на заклинаху. Как будто что-то от этого изменится. Да ничего от этого не изменится, понимаешь? Ничего. Как урона не было, так его и нету. И как ты вблизи не попадешь, так и не попадал. Все. Затачиваем король. Оу. Подожди, 44 уровень. А мне... так, давай вот это мы с тобой прокачаем. А мне оружие новое дадут или буду своим этим шифпотребом? Понятно. Все понятно. Так, где броня? Вот она. Блин, а мне не хватает. Я тогда сделаю, знаешь что? Вот так. Все или не все? Так, у нас еще здесь сложно. Ну и сейчас мы с тобой проходим последнее вот это вот турнир. И все, друзья мои. Пойдем на Сёгуна. А что еще-то делать? Заточиться я не смогу полностью. Нет, ну можно, в принципе, на выживалку сходить. Там немножко пофармить, если честно. Но проверим, как там пойдут дела у Сёгуна, а дальше будет видно. Судя по тому, как мы разбираем с тобой Костолома, думаю, порвем Сёгуном с тобой. Черт, я запутался просто. Заколол. Я запутался, мы одинаковые шлемы имеем.
А когда машем, тут не поймешь, кто где. Он с булавой. Или с дубиной шипастой. Дубиной-то. Ох, ты посмотри, как замечательно проходит крит. Ну согласись, это ж просто идеально. Так, у него такие же топорики, как у меня, да? Все, дядя, нет, не все. Отлично. Ну все, мы ему кости пересчитали. И теперь спокойно идем. Возвращение легенды. Да-да, возвращение легенды. Маэстро Боли вернулся. Мы новое достижение с собой получили, очень редкое. Давай заберем, наверное, наградку, да, здесь. Хопа, 10 гемов, как много. Так, и смотрим. Что я могу заточить? Может быть, Сай все-таки заточить, а? Все, друзья мои, Сёгун нас ждет. Пока Титан не пришел в этот мир, это мои владения, и я не позволю тебе отобрать их. Вот что мне сказал Сёгун на прощание. Твою налево, у него тут командиров целая рота. Кто это у нас? Капрал. Конечно же, Капрал. Так, он с копьем, да? Ну что ж, проверим на прочность Капрала этого. Ребят, здесь шутить опять же не буду, потому что нам здесь понадобится очень много хп. Опа. Поэтому, да чтоб тебя. Ага, поехали. Поэтому будем сразу их бомбить здесь, как бы не рассусоливаясь. Потому что сам прекрасно знаешь, еще и Сёгун там дает джазу. Так, это у нас кто? Капитан, капрал, капитан. Он у нас с катаной. Жук этот навозный. Поехали. Куда ты, роднуля? На! Тихо-тихо-тихо-тихо. Ага, ага. И добили. Отлично, брутал. Самое плохое, что у нас с тобой не прокачана магия. Я особо не люблю ей пользоваться, как ты, наверное, заметил, да? И бросать там сюрикены. Предпочитаю честный бой. Да, пускай однообразный, но все-таки честный. Это они там любят в углах стоять. Опа. Харе, братюня. Смотри, что происходит, а. Слушай, тут уже не до шуток. Поехали, колем. Заколол. Он хотел замахнуться, и я ему прям в живот. Прикинь, в пупок. Получить саей. Оу. Я теперь понимаю, почему Рафаэль любит этот вид оружия. Так, ну что, полковник теперь. Этот, которому мы, кстати, язык укоротили, верно? На, ты посмотри, что творит, а? Вот прыщалыга, ну ты ты вот за это, блин, ответишь, конечно, чмошник. Так, начинается, да? Все? Моя очередь. Зачем так делать, а? В голову надо было, блин, а он там еще катану. Он далеко, кстати, катится. Он, наверное, в детстве был этим футбольным мячом. Его все пинали. Так, ну что, предпоследний, друзья мои. С Глефой. Это у нас генерал. Блин, а потом Сёгун. Сколько у нас там здоровья? Блин, маловато, маловато, друзья мои, здоровья. Сразу начал, да? Получил. Поехали. Нет. Ничего себе. Какой у тебя классный был удар. Не надо. Поехали. Ать. Почему мы не делаем комбо? Я не могу понять. Что за фигня? Я жду от нас вот такого удара, блин. А он там сопли жует. Ну что, друзья мои, вот и Сёгун. Сейчас все запоют. О, Рэй опять на 5. Типа на изи прошел его. А что мне на него, ребят, смотреть? 30 раз погибать на нем? Я еще не знаю, например, как мы его сейчас победим. Если он сейчас будет вызывать свою помощь, то... А, у него же еще и эти срабатывают. Ёпрасоте, точно. Ну-ка. У него же срабатывают... Ага. Не надо, свой метеорит тут захотел. Он его запустил. Фух. Давай, ребят, я хочу просто новую локу. Побыстрее перейти.
Нет. Ну, блин, давай. Я не могу. Что это было? Что за фигня, блин? Есть. Аллилуйя, срывая с петель. Вот так вот, ребята, срывая с петель двери во врата, мы с тобой переходим на территорию Титана. Зачем ты приближаешь собственный конец? Уходи и наслаждайся последними днями своей жизни, пока Титан не погубит вас всех. И вот печати уничтожены, что теперь? Теперь дело за тобой, Тень. Ты готов? Ты знаешь, что нужно делать. Это же самоубийство, я понимаю, что Мэй твой друг, но ты вправду готов на это пойти? Иди же, нет времени для разговоров, сейчас или никогда. Что бы ни случилось, знай, для меня было честью разделить твой путь, Тень. Ничего не бойся, мой ученик, сердце твое полно отваги, а намерения чисты. Верь в себя и помни мои уроки, и ничто тебя не остановит. Так, в плане. Опа. Акт 6, глава 1. Саван? Сложите оружие, следовать за мной, Титан ждет. Ну-ка, ребята, что это еще за саван тут? Или саван, не, скорее всего, саван. Полукиборг какой-то, или костюм у него такой? Йоу. Ну-ка, братюня. Что? Это сейчас была шутка или что? А он что, урон вообще не будет получать сегодня? Да ты серьезно, что ли? Чего там? Ты видел, сколько я не отнял? Ты издеваешься на мной? Ну, может быть, заклинаха? Да не, ребят, ну это... Это... Что? Воу. Я выиграл, я вообще не понял, что произошло. Кто-то выбежал, бомбанул. Что происходит? Кали. Хорошо, что я успела вовремя. Поднимайся, нам пора уходить. Саван скоро очнется. Меня зовут Кали, приятно познакомиться. Тень? Какое необычное имя. Пойдем, я отведу тебя в безопасное место. Убежище. Сайфер. Кого ты сюда привела, Кали? Ты хочешь, чтобы нас обнаружили? Сайфер, послушай, это Тень, ему удалось пройти через врата и остаться живым. Это чудо. А встречать его явился сам Саван. Саван? Любопытно. Выходит, ты очень важен для Титана, раз он прислал за тобой своего лучшего воина. Возможно, нам ты тоже будешь полезен. Теперь отдыхай. Увы, я не могу позволить тебе покинуть убежище. Это для твоей же безопасности. Да и для нашей, впрочем. Кали, помоги нашему гостю осмотреться, а мы поговорим позже. Ядрить тебя. Турнир в убе... Так, Титан. Ты еще не готов к встрече с Титаном, понятное дело. Выживание на фабрике. Ох, ничего себе, максимум 300 тысяч. Ценник неплох. Сложно. 24 стадии. Так, а мне дадут новое оружие? Воу, тихо. Это чего? У вас такие деньги? Какие смешные. У нас в ходу совсем другие. Вот, возьми в подарок несколько наших монет. Какие у вас там? Что это за чипы? Зашибись, они отобрали мои деньги и дали какие-то чипы. Блин, ладно, давай посмотрим, что у них там за пуколки продаются. Ух ты, ух ты. Боевые ножи. Моисей даже лучше, ну правильно, я их прокачал. Опа, опустошитель. Фигня, больше уверен, что это тяж. Ух ты. Тонфобластеры. С эффектом бомбы. Электроглефа. Хо-хоу. Доспех красного спектра. Двухсплавный доспех. Ядерный доспех. Инфернальный панцирь. Ё-моё. Ху, инфернальный шлем. Улучшенный конический шлем. Охотничья маска. Напоминает мне маску этого.
хищника. Квазар. Шлем мародера. Ё-моё. Да, друзья мои, испепелитель. Хм. Силовой луч. Хо-хо. Да, друзья мои, да. Ну что же, это нас все будет ждать уже в следующих сериях. Прикольно, ничего не могу сказать. Особенно тут 24 стадии. Когда, интересно, Титан позовет меня, когда я все вот это пройду, а будет что-то еще открыто, нет? Но это мы увидим с тобой уже в следующей серии. Так что, друзья мои, всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.